Привет, друзья, меня зовут Женя, я, конечно, не Вилсаком, но сегодня поговорим с вами о технике. Будем говорить о разных гаджетах, смартфонах, плафонах, домофонах. Я вообще в этом не шарю, поэтому будем разбираться сегодня вместе с вами. И четвертый выпуск — достаточно серьезное число, поэтому и контент пора делать более взрослый. Добро пожаловать в техновыпуск. Итак, новинок просто море. Вышел iPhone 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 10, X или 10, как угодно вы его там называете, у Xiaomi и Meizu куча новинок. Ну, обо всем по порядку. Здравствуйте, расскажите, что у нас тут происходит? Добрый день, здесь у нас презентация нового Samsung Galaxy Note 8. Угу. Почему это переводится как галактическая заметка 8? Galaxy — это модельный ряд мобильных телефонов Samsung, а Note 8 — это... Смотрите, есть стилус, и благодаря этому стилусу теперь мы можем записывать заметки даже на выключенном экране. Окей, смотри, я зашел в игру, вот я играю. Да-да. Как мне отсюда выйти? На айфоне привык, у меня есть кнопка. То есть тут вообще кнопок нет? Да. То есть тут оно все появляется. Так, окей, ладно, это здорово. Какая здесь камера, скажи мне, пожалуйста, потому что сейчас очень модно селфи, не селфи. В моделях Samsung Galaxy Note 8 идет уже... Здесь вообще камера. Как зайти в камеру? Задняя камера двойная, вот. Ага. Она двойная камера с двумя модулями. На такие можно кино снимать, мне кажется. 12 мегапикселей? Да. Но у меня на моем айфоне 12 мегапикселей. Сергей, объясни мне, пожалуйста, почему здесь стоит кресло, что это за очки и почему этого парня так колбасит? Samsung приглашает вас окунуться вообще в виртуальную реальность. Это очки виртуальной реальности. Влад, я надеюсь, ты это снимаешь, потому что я уже на самой вершине. Друзья, ну что я могу сказать, это с одной стороны прикольно, а с другой стороны это очень страшно. Я мозгом понимал, что это как бы не по-настоящему, а вроде как было по-настоящему. И там самое главное, понимаете, я-то сижу, сцепившись в кресло, они все такие, такие типа им классно, им весело, а мне не весело. Дружище, да, вот именно у тебя, если у тебя не iPhone, не Samsung, а Xiaomi, то свершилось. В LTT открылся... Это даже не знаю, как правильно сказать, сервисный центр или официальный реселлер телефонов Xiaomi. Сейчас зайдем за мной и все узнаем. Ой, захожу в магазин и сразу вижу рабочую атмосферу, но уже уверен, что здесь будет супер круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это такое открылось? Открылся магазин Xistore. Угу. То есть я могу купить у вас телефон, но не могу починить. Это не сервисный центр? Это не сервисный центр, это непосредственно магазин. Магазин. Вы можете приобрести телефоны, аксессуары к ним и смарт-устройства. Ну, кстати, да, я вижу, что здесь очень много разных прибамбасов, начиная от портативных колонок и зарядок, которые сейчас очень модные, их везде пихают, их рекламу, заканчивая наушниками, стеклами и даже рюкзаками. Слушайте, ну сюда можно прийти и прям отовариться. Ладно, хорошо. Телефоны, я так понимаю, я могу посмотреть, да? Вы можете мне показать. Покажите мне, пожалуйста, самое дорогое, самое новое, что есть у вас в магазине на данный момент. На данный момент самое новое — это у нас Mi Note 3. Пожалуйста, можете посмотреть. Немножко аж руки дрожат. В какую цену, скажите? 999 рублей. То есть это даже дешевле, чем если бы я iPhone 7 с Польши заказал. Я вижу здесь двойная камера. Все верно. И я вижу, что здесь кнопка не механическая, как на семерке. Да, я не знаю, как это правильно называется, но она такая приятная очень. Я вижу, что телефон достаточно быстрый, резвенький такой, и здесь не то, что классная, здесь на самом деле потрясающая камера. Сколько здесь мегапикселей, скажите мне? 12 мегапикселей. 12 мегапикселей. Но, наверное, такой эффект за счет того, что она dual, я не знаю, но он мне очень нравится. Ладно, хорошо, вот это, я так понимаю, самый ходовой товар в магазине. Самый ходовой, все верно, Redmi 4X. А в какую цену он, скажите? Он 299 рублей всего лишь. То есть меньше, чем 3 миллиона? Абсолютно верно. То есть я могу купить хороший телефон, быстрый, с хорошей камерой, да, учитывая, что сейчас очень модно делать селфи, меньше, чем за 3 миллиона? Все верно. Надо будет заглянуть к вам в магазин, выбрать маме подарок на Новый год. Ну что,
что, оказывается, компания Xiaomi делает не только телефоны, а вот еще и такое чудо техники. Это называется скутер, но я называю это самокат для ленивых. Он разгоняется до 25 км в час, и, знаете, аж дух захватывает. Ну, возможно, потому что я езжу по торговому центру, поэтому мне так кажется. И проехать он может на одной зарядке до 30 км. Друзья, здесь много всяких фишек. Телефоны, самокаты, всего, что только хочешь. Приходите в Xi Store, второй этаж торгового центра World City, не пожалеете. И это даже не реклама. Правда, мне здесь очень понравилось. Я подумал, какой техновыпуск может быть без самого главного технического магазина. Поэтому идем с вами в Электросилу. Здрасте. Здрасте. Женя. Алексей. Алексей, очень приятно. Скажите, айфоны восьмерки или десятки есть? А восьмерочка по заказу только на сайте, там, потому что распродали все, в принципе. Ну, то есть, в принципе, я захожу на сайт Техносилы, заказываю, мне привозят. Техносилы, да, совершенно. Леш, смотрите, я счастливый обладатель айфона 7. Вот он у меня в руках, меня все устраивает. Скажите, стоит ли мне выкидывать огромные деньги на покупку восьмерки или десятки, либо же стоит их потратить более разумно куда-то там на свои другие нужды, и, в принципе, я могу еще долгое время обходиться 7. А что касается, допустим, 6s, на данный момент, да, самый минимум, который телефон можно рассматривать в покупке, это 6s. Объясню почему. Потому что, допустим, если рассматривать варианты 5s, да, вышло iOS 11, это последнее обновление для этого телефона. Если хотите следить за трендом, хотите, скажем так, то покупать стоит. Модным, популярным, да. Ну и плюс очень много фишек. Во-первых, дизайном отличается, Face ID ни у кого нету, в принципе. Да, один Face ID чего стоит. Ну, я не моджу этим. Спасибо вам большое, Леш, было приятно. Друзья, как еще можно было закончить техновыпуск, если не с вейпом в руке и не на гироскутере? Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, оставляйте комментарии, если вам не понравилось. Обязательно расскажите всем своим друзьям, насколько же вам не понравилось. Подписывайтесь на Instagram, на Twitter, ВКонтакте и на всякое такое остальное. Меня зовут Женя. Пока и увидимся в 5-м выпуске. Встречайте, новый iPhone 10X10. Вот так он крутится, вертится, передвигается вниз. Где кнопка «Домой»? Вот так можно свайпануть. Самое какое-то дюралевое стекло. Где-то в смартфоне широкий, зарядка. Вот так вот положили. 11, наверное, это процессор. Самый мощный смартфон, дешевый. Где-то это может представить вы себе лицо из миллиона других. С Face ID. Ваше лицо. Это ваш пароль. Откройте с помощью своего лица, платите с помощью своего лица. Дан, сделано эмоджи, анимированные эмоджи. Вот такая обезьяна, ха-ха.